Хвалить команду в преддверии очень важной карты – это дело чреватое, но Virtus.pro, я считаю, заслужили нашего поощрения, поощрения аналитиков. Мы на Майота, я думаю, им все равно в целом. После второй карты, и сейчас, я думаю, можно в целом обсудить, что произошло на второй карте со стороны Медведей конкретно. LGD мы поругали, а ВП, в свою очередь, провели, ну, чуть ли не образцовую игру. Они сделали такой же драфт, как отмечали комментаторы, как и против ЕГЭ. И сейчас ухватились эту возможность. Ну, вчера примерно то же самое было. Они первого проигрывают, на вторую надо что-то придумывать. Ну, не что-то придумывать, а надо выиграть, иначе ты домой поедешь. И они берут самую проверенную стратегию. Вчера сработало, почему бы не взять еще раз? Не, это хорошо, потому что вот как раз-таки надо тестить траты зачем? Чтобы у тебя появлялись эти самые наработки, которые всегда работают. И вот еще одна появилась. Здорово. Митей. Ну, я так тебе скажу, вот когда они играли против ЕГЭ данным драфтом, там был разнос в 20 минут. Здесь было близко, за малым до поражения. Все-таки один выехал в плюс, один выехал в минус, и как бы все закончится совсем бы иначе. Дело не в драфте. Дело не в драфте, дело очень плотно в исполнении. То есть я бы отдельно если выделил Пашу с его паком, потому что это было что-то невообразимое. Он и все и нафармил, и все правильно делал. И все вот именно важные ключевые какие-то моменты. Я, допустим, вот Энигма подставилась, когда я слабнула Винга. Паша начал драку. После того, как вот эти два героя было в таверне, он же выиграл еще кучу времени, тем, что бил по тому в соло, сходил в бот, поймал ее, наказал, хотя там было тоже близко к тому, чтобы она его убила. И тоже 120 секунд, без байбека еще один герой отдыхает и так далее. То есть вот много именно важных моментов в игре сделан Павел. Да, и я бы его поэтому выделил прямо вот золотой рамочкой в этой игре. Действительно, огромный объем работы Паша проделал на этой карте, вплоть до момента, ну, да в целом, до самого конца игры. Он много внимания на себя стягивал. Вот были моменты, когда трое персонажей, по-моему, за ним гнались как раз. Он там их развлекал по верхней линии, он убегал от них, спрятался в лесочек в итоге. Дим, ты нашел объект своего удушья в команде LGD. Можешь объект похвалы найти в команде Virtus.pro? Ну, Пашу мы похвалили. Я похвалил Рамзеса на Фантом Лансере. Он очень круто доджит больше часть пилов. Он отлично стоит на этом герой линию. Они благодаря тому, что выиграли топ, вначале получили большое преимущество. И он в целом, ну, просто очень хорошо играет, стабильно. То, что я вот смотрю на Мирану, я не вижу в нем чемпиона Dream League. Все. От слова совсем. Я вижу вот Вингун, я в нем тоже не вижу чемпиона Dream League, а вот Phantom Lancer уже две игры подряд он играет шикарно. И Рамзес, он реально начинает кэрить. То есть вот до этого они занимались какой-то дичью, они там бегали, фидели нон-стопом, особенно в первой игре, но сейчас он реально показал уровень. Слушайте, ну вот на самом деле Virtus.pro, вот эта тенденция, которая у них наметилась, а это, я считаю, именно тенденция, потому что один раз, ладно, два раза тоже еще пойдет, но они 2-1 серию закрывают не первый раз уже на этом турнире. Почему вообще, из-за чего может происходить такое, что они всегда так плохо проводят первую карту, и потом на второй «Эй!» собираются, и на третьей, как правило, закрывают ее очень хорошо. Что мешает вообще, что может помешать в теории команде начать серию с хорошей первой карты? То есть они же, по сути, они не экспериментировали с драфтом. Они вышли, ну и складывалось впечатление, как будто ребята, не знаю, может у них руки тряслись. Не, ну, ты вспомнишь параллели по всему турниру, и там были краски карты, где было видно, что прям вот новые, неизведанные, редко берущиеся и так далее. Сегодня, может быть, просто не с той ноги, вот мы встали, они хорошо себя чувствуют, что угодно может случиться. Вот у нас было уже несколько пыток, хотели спросить у Мэя, чтобы он узнал. У Маши можно было спросить, все ли у них здоровье хорошо. Элементарная переоценка своих возможностей. Это и с драфтами связано, когда они берут героев не своих, просто хотят проверить. Во-первых, они понимают, что если одну игру проиграешь, то у тебя еще есть две карты в запасе. Во-вторых, ну, они, например, посмотрели, как ЛГД вчера играли, как они бегали, фидели на второй карте. И такие, ну, пойдем. И также пофидели. Да? Ну, это нормально. Для СНГ коллектива это нормально. Конечно, как-то надо с этим работать, но что поделаешь-то. Это же человеческий фактор, это элемент куража, морали и так далее. Если ты его уберешь вообще, то ты получишь также и минус. То, что у тебя, ну, ты не можешь быть статичным. Ты всегда должен испытывать вот какие-то эмоции. И вот это вот, когда ты якобы не дооцениваешь соперника, в какой-то момент это может тебе помогать. То, что ты играешь с соперником, который твой криптонит, или который тебя просто на голову сильнее, ты просто его не боишься и играешь в свою доту, и играешь хорошо. Митяй, почему эмоции у тебя вызвали улыбку? Потому что Санта говорит, что надо испытывать эмоции и так далее. Я смотрю на Димана, который в это время был максимально сконцентрирован на камере, и он тебя сделал.
Диман победил тебя, даже ни слова не сказал. Да это Маск, в нем сейчас буря эмоций. Да, просто нет, он их не показывает. Дима, да? Свою бурю он в целом излил в послематчевой аналитике. Я могу сказать, что когда я, допустим, играл в футбол очень много, у нас было такое понятие разминка. Мы обязательно разминались перед игрой. Когда я играл в шахматы, по нашему районе мы были первыми, мы регулярно, перед тем, как садиться за основную часть, мы играли там тоже 15 где-то минут быстрые шахматы, чтобы размяться. И Виртуса очень похожа на команду, которая не разминается. То есть они приехали, как будто проснулся, через 30 минут он сел за компьютер, такой, играть? И он, реально выглядел уставшим. То есть потом они сыграли первую игру, он там, наверное, кофейку где-то попил, или чайку там, не знаю, или редбульчика, и ко второй игре уже мы смотрим на него, он такой прям боевой. Раскликался. Поэтому, на мой взгляд, разминку нужно делать. Я не знаю, делают ли они ее, но обычно, когда мы играли там во втором инте и так далее, мы перед тем, как сесть, мы еще 15-20 минут стабильно кликали либо в папчике, либо один на один, либо просто с ботами. А вообще интересно, на самом деле, как это все устроено с организационной точки зрения. Мне на аренах подобных турниров пока не доводилось бывать, но игроки, они же приезжают на арену, за какое-то время до самого турнира, и они, если где-то хотят потренироваться, то они это делают не на сцене. Тут есть такой момент, что раньше, допустим, когда нас садили на Dream League, мы садились, и нас никто не торопил, то есть мы могли сидеть и кликать, сколько нам там захочется, мы там могли кликать 10 минут, 15, 20, 25, и потом говорить, мы готовы. Бывало, правда, такое, что мы очень долго ждали кого-то, но все равно время почти у каждого было. А сейчас, я так понимаю, все посерьезнее. 4 best of 3 в день, и скорее всего, у ребят просто нет времени еще там посидеть и разыграться, потому что может быть 12 карт за день, и в принципе, надо все делать побыстрее. Паша ведь в интервью говорил, что вот они все время первую карту проигрывают, и стоит играть Клан Вар перед турниром, проигрывать эту КВ-шку и отдавать дань вот этому вот. Но сейчас просто, скорее всего, не было времени сыграть Клан Вар, потому что они недавно проснулись. Mm-hmm. Сейчас утро. На сегодня, да, но в целом Паша в одном из ранних интервью, более ранних, которые выводили к нам в эфир, он рассказал, что Virtus.pro все Клан Вары, кроме последнего, проиграли в салат практически. И только на последнем, не помню, против кого он называл, сыграли здорово, это дало какой-то моральный дух, да, yeah. И после этого Virtus.pro выходили играть. По-моему, как раз это было перед матчем против злых гениев, если я не ошибаюсь, как раз. В целом, кланвары выигранные и проигранные, это же не особо серьезный показатель, я думаю. Кланвары нужно, чтобы их проигрывать. Кланвары круто, когда ты проигрываешь, потому что другая команда показывает тебе что-то крутое. Либо крутой тимплей, либо крутой пик. Потому что на кланварах выигрывает тот, кто проигрывает. Потому что тебе показывают какой-то уровень. Глубокая мысль. Я помню просто кланвар, когда я был стендином за команду по Лиге Легенд, мы играли с французами. Так получилось, что я там Лигу Легенд немножко поиграл, мне попросили там посупортить на саппорте 5-й позиции. Может, кто-то помнит этих Генжи, игроков, Дарин и прочее. Так вот, когда мы сыграли КВ с французами, французы сказали: «Не, ребят, что-то мы вас слишком легко убиваем, вы нам неинтересны, идите-ка вы потренируйтесь». И вы их потом разнесли, да? И они сказали, что им было неинтересно с нами играть, потому что мы сыграли слишком слабо. Соответственно, пожалуйста, отличный пример. Да, друзья, драфты третьей карты на ваших экранах. Напоминаю, команда, которая выигрывает на этой карте, выходит в 5-й раунд нижней сетки и ждет следующую Best of 3, по завершении которой победитель этой пары также будет испытывать себя против уже нового соперника. Это будет победитель пары King Gaming против Secret, которые нас с вами ожидают впереди. Пак и Disruptor заезжают для LGD. Virtus.pro начинают драфт с Пангалера. Очень много сайленса. Так. И Пак уже против Пангалера, то есть сразу увидели первый же пик, собрали себе свои двойки. Еще у тебя уже контракт. LGD еще земель могут набрать, и там просто одно безмолвие. Заявочка. Одним сайленсом сыт не будешь, было бы неплохо все-таки набрать сколько-то дизейблов. Потому что сейчас была игра, где как раз-таки количество станов довольно сильно влияло на драку, с одной стороны. Прыгает Энигма, ты ничего не можешь с ним поделать. Опа, Фурион давно не видели, хотя на этом турнире он периодически всплывал. Это Лёхин Фурыч. Здорово, я рад. Я все время говорил, где же Фура, вот он. Они брали посмотрим. Его на первой карте иногда. Это риск, давно с ним не играли. Его здесь ловить, мне кажется, можно хорошо. Тут достаточно. Есть чем ловить. Да. Из плюсов он хорошо лейнит против Дизраптора. Тут можно устраивать челлендж, найди героя, который лейнит плохо против него. Тот, который подставляет его под угрозу быть мертвым, скорее всего. Любые милишники, которые... контролем с кем-нибудь или замедлением.
Нет, у тебя все герои стоят. Нет, просто любой мечник, которого дизраптор может размять издалека. А Фурион, он просто вызывает двух пеньков, отправляет дизраптора, и дизраптор убегает сразу же. То есть пока инициатива по линиям за Virtus.pro. Бан спектры от ВП на обеих картах LGD отдали предпочтение этому мейн-керри. И в их руках, на самом деле, не знаю, не выглядело так устрашающе. Хотя, конечно, персонаж в определенный момент становился занозой в одном месте. Ну, она опасна. Если бы там еще время прошло, то она была бы все сильнее и сильнее с каждым разом. И вот очень важный бан Энигмы. То есть они увидели, что LGD... Тоже ну, могут. Ну, реально, да, умеет играть Энигмой. Вот, и, соответственно, от такого лучше избавляться. Потому что, в принципе, в прошлой игре Энигма выиграла игру в соло. А вот если бы ее не было, мне кажется, там БВП вообще минут за 25 бы разнесли LGD. Мне для Виртусов какой-нибудь Джиггернаут на Гэри нравится. Да, Джаггер взлетает и крутится. Его нечем остановить. Ну, с Джаггером тяжело ловить пака на линии. То есть, может быть, что-то такое взять именно с хорошим. Тоже либо станом, либо каким-то стайлсом, замедлением. Ну, если брать саппортов, то пока Шаду Шаман очень сочно смотрится для ВП. Он просто ставит змейки, и вот эти два героя, ну, мало что делают. Он очень хорошо ловит пака через хекс. Как вариант. Замес, я просто боюсь, что у тебя в легкой линии будет Фурион. Может быть и так. И Шадо Шаман там уже не к месту. Ну, если будет Фурион, то он просто в соло забьет пака, соответственно, тогда Роджер просто пойдет сложенным какому-то герою. Пашку не берут без Магнуса, а так-то герой хороший. Для ВП нормально залетит. Да им опять будут в какой-нибудь ТБ выйти, не париться. Они каждый раз все будут сидеть, выбирают какого-то кора, все выходит одного, во второго, в третьего. Это всегда может быть просто ТБ. И вот Вич вчера в какой-то момент переломили сами себя, взяли его. Легкая победа была. Да. Вот ЛГД, у ЛГД очень много нюков можно продолжать. Гнуть эту линию, взять Пугну, взять Морфа и взрывать. Дарксир для ЛЖД неплохо смотрится, но... Его как-то упорно игнорируют в этой серии, ну да, хотя они с ним не играют. Хотя он пару раз мог неплохо залететь. Ну, здесь он вообще идеально заходит. И против Фуриона стоит хорошо, и комбинация классная. На 20 уровне можно всех засуржить и убежать от Пангалера. Вот она, Пашка, которую ты упоминал как раз. Не будет ее. В общем, сами отправили в бан. Так Саша как раз для Virtus.pro говорил. Для ВП предлагал, да. Да. ЛГД, мне кажется, не стали бы брать Ассасина. Она бы тут разваливалась под Галлером. С одной стороны, да. С другой стороны, у нас уже была игра буквально вчера. Первая от LGD, там тоже была. Минуточку. Оракл не в пике и не в бане. Это как так? Вот самое время взять его, мне кажется. С другой стороны, а что делать-то с Фурионом? А-а-а. Он бы теперь вот неплохо ставил от всего. Можно Оракла в оффлейн отправить. То есть ты точно хочешь, чтобы мы домой поехали? Ну, в смысле. Ну, тогда Фурион может туда оффлейн с такими идеями. Оракл, это же Оракл. Это не могут его взять, просто в том, будет ли, например, Роджер или Паша играть на Фурионе. Или Нун. Как CNC. Не, ну, смотри, это два саппорта. CNC, если ты после играл на Фурионе мид, поставить также Нуна. Если что, очень хочешь впихнуть сюда Оракла. Не, ну, Фурион и Оракл саппорты. Пангалер мид. И оффлейн. Нормально? Или тебя напрягает, что... Нет, если ты хочешь, опять же, саппортов Фурион Оракл, то как ты хочешь потом драки проводить? Во! Вот, Димон вот стоит тот, здесь, кого... он тебе сказал спектра, появился спектра. Димон сказал Шаду Шаман, появился Шаду Шаман. Он настроился с Арзиком и чувствует просто эти манации. На коннекте, да. Да-да-да, и просто вы думаете, прямой связи что... получается, что мы сейчас возьмем. Вы думаете, что Дима так всматривается в объектив? Он там просматривает душу. Ну, он крут. Шаду Шаман очень крут. Да, здесь, Дума здесь... змейки не разбивает. Если окружить Дума змейками, он будет очень долго убираться. Только еще не с визами. Потом, кто у нас там? Ну, опять же, Пак. Пака ловит. Дизраптор опасен с этой штормом, но если Шаду Шаман берет блинк, то он врывается, как я говорил раньше, в замес сразу, там, за первую секунду змейки хекс, молния, а дальше уже все. Можно у него, да, у него моментальный каст скиллов. А? Как диджей. Не, можно и БКБ собрать, да. Но блинк все-таки он приоритетнее вот именно в этом пике, чтобы ловить пака и не давать ему сплитпушить по карте. Расти просто в этой игре вообще времени много особо не нужно. Он за сколько секунд дает вот все, что от него нужно в замесе, если сетку не считать? Три спила за секунду можно дать. Да, ну то есть чекал, вот, да. Поэтому и при там моментальная анимация просто. Может, время опять Пугневича?
Ну да. Тогда на втором касте Шадо-Шаман уже отъезжает. Да. Нет, для ЛГД Пугна хорошо смотрится. Так, ну, да, да. Ну, до Пугны можно взять что-то, что с физы бьет, потому что физы нет вообще. Как вдруг забанит. То есть, опять же, у них ласт пик. Морф сейчас, будет. Потом Пугна, ласт пик. Просто один герой на физурон, ну, для LGT маловато. Просто на физурон ты любого героя можешь взять. Ну, из большого довольно пула, а Пугна на один. Я бы два взял. Я бы взял двоих. Вот вам кто нравится? Мне Медуза нравится, которая большая, вот, с луком. Мне Медуза для двоих нравится, и для ВП, и для LGD. То есть она и всех героев LGD посылает нафиг, и, в общем-то, героев Виртусов посылает нафиг. А, Нага, которую в прошлой не взяли. Ну вот прошлых, да, кстати. Вот, была бы она в прошлой, я вообще представляю, что было бы, если бы там была Сон, кстати, Шторм Аганимный и Блэк Холл. Это, по-моему, вообще в лейте, ну, Unreal выиграть. И вот ее на прошлой карте реально не хватило. Это козырь LGD выглядит, конечно, страшно. Но сейчас без Энигмы она не так прям опасна. А это Нага керри будет? Mm-hmm. Ну да. Да? Тогда Дарксира добирать. Ну, нет, на самом деле сейчас они увидят. Они сначала увидят героев мита. Если там будет подходящий сетап, они могут в мит отправить фармить. То есть это не сильно хуже. Да. И добрать еще одного героя. Если брюмастера мне очень приятно стоять, она все-таки брюмастера напрягает. А саппорт такой у LGD, что Нагу могут просто выгнать с линии, потому что там приходит брюмастер, например, Фурион, ну, допустим. Дистраптор уходит сразу. Дум, если он будет саппортом, он тоже немного сделает. И остается Нага против Пеньков, Брюмастера и Фуриона. А Фуриона еще и тычка очень приятная. И атак спид высокий. У него хорошие прирост ловкости. Еще вопрос на самом деле по LGD. Они же могут и пакомит поставить. Могут. Да, но тогда будет одна Нага кор. Риск. А могут Дума все-таки саппортом делать? Потому что я видел игры и от Ифая, и от Чилиса. Ну, под сном Дум проще дать. То есть, если дается сон, то, в принципе, Дума на четверке может зайти и дать сон даже без блинка. Например, Брюмастера. Вот. Да, да. Или в Пангальера. Тут много будет зависеть от того, кто куда скиллы будет раскидывать. То есть, в прошлый эпер Паша врывался, вот он вообще не стеснялся. То есть, команда далеко, все далеко, но то он видит какую-то цель, выбирает, там, ставит ультимейт, все свои скиллы юзает, и получилось полезно, эффективно и так далее. Да. Здесь, по-хорошему, ты вот не хочешь ставить так ультимейт, а тебе надо Пангальера ловить. То есть ты можешь потратить свой ульт ради очень полезного дела. Кстати, вот смотри, там же сон-то, этот какого, шарик. Ну да, он сон же... даешь. Ника. Ну, по идее, может его любым спиллом, но не любым, там первый сон прервать. Mm-hmm. И выйти из режима неуязвимости. То есть почти уснуть. Все зависит от пака, которому нужно молниеносно реагировать на Пангалера, иначе он может ворваться в Нагу и просто кататься по ней. Да, ну не, на самом деле даешь сон, даешь сетку, убиваешь его. Mm-hmm. За сон. Не, он, естественно, не кается в нее в лоб, он с блинка прыгает на ногу. Призадумались. Идеально за место. Ну, ВП-шкам что-то прочное нужно, и не боящиеся сайленсов и думов. То есть, опять же, вот Медуза, как бы это смешно и звучало, но она была идеальна для ВП, потому что она спокойно засыпает, просыпается, ей вообще все равно, кто там, что там в этом пике, она просто бьет и убивает всю команду. Вот нужно Медуза-подобный герой, это ТБ. Ну... Сильно, сильно. Значит, Пангальер все же мид. Mm-hmm. Хотя вообще, на самом деле, что, все же? К этому все давно шло. Пик ВП выглядит мощно. Если, да. Если линия хорошо отстоит, собраться. Очень хорошо наказывает. Если LGD ошибаются со сном хотя бы один раз, тогда нажимают форму, брюмастер раскладывается, пеньки, змейки, и база падает. Рошан неплохо забирает саммонами. То есть такой весьма... Лейт довольно-таки крутой с Пангальером, ТБ и Шадо-Шаманом. То есть единственное, что их останавливает, это Дум, который успеет повесить на ТБ ультимейт до метаморфоза. Это единственная их проблема. Все четко. Нет, четко. На LGD. Прям несмотря? Ну, у них слишком все очень хорошо с этим Пугневичем, с этим всего вардом вот это вот. Потому что Пугна против ТБ тоже сверххороший герой. Камба лютая. А как Virtus.pro играть против этого пика? Выходить в БКБшки, ну, тянуть до мидгейма в БКБ и потом пытаться уже и дальше. И рашить базу. Нага, когда дает сон, у тебя пять героев такие надулись, и как бы им плевать, и идешь, воюешь, дизеблишь. Окей, Митя, и ты на LGD, Дим, согласен? Против LGD за ВП без вариантов. Ты остаешься при своем. Естественно. Понятно. Александр? Я за наших. За наших. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как проголосовали вы в нашем чате Твича. Преобладающее большинство за команду Virtus.pro, и я, признаться, рад это видеть, потому что парням сейчас действительно нужна поддержка, им предстоит непростая игра, поэтому не забудьте поднять чит за безлимит и болейте за своих самым быстрым мобильным от Мегафон. Передаем слово нашим комментаторам, и будем надеяться, что вы не уйдете расстроенными с этой игры, господа. Мы-то не уйдем точно.
Главное, может, уйдет. Мы главное, да, чтобы люди, которые на Virtus.pro ставили расстроенными, не ушли, потому что все-таки хочется, чтобы наш коллектив прошел дальше. Даже если Virtus.pro здесь выигрывают, дальше у них невероятно опасный соперник. На самом деле, независимо от соперника, если так посмотреть, такой график тяжелый для команды, которая будет это Secret, Kin, LGD, либо Virtus.pro, если все последующие матчи они будут выигрывать вплоть до гранд-финала, то дальше, получается, 4 игры нужно выиграть за 2 дня. Одна из этих игр best of 5, и пауз практически нет. Да. Поэтому... Ты иногда в матчмейкинге не можешь. А тут 4 тяжелых игры. То есть разница между гранд-финалистом с верхней сетки и нижней, она будет кардинальная. Ну ладно, мы пока немножко далеко заходим, перейдем конкретно к этому матчу. У нас появляется Нага Сирена, которая на прошлой карте вспоминали, там до нее дело не дошло. Здесь Нага Сирена будет. Как тебе вообще драфты? Я вот как-то пока супер уверенности в сторону Virtus.pro не чувствую. Как про это было, например, на предыдущей карте? Про Нагу я давно говорил, что Нага это очень сильный герой. Но я когда увидел вот в пике Фуриона, Шамана и Пангольера, я почему-то сразу подумал, что здесь будет Террар Блейд ВП, и мне, честно говоря, он нравится. То есть все, что нужно сделать ВП, это дожить как-то вот до 3 слотов Террар Блейда, будет проще. Да, Террар Блейду очень сильно мешает Пак, Террар Блейду очень сильно мешает Пугна, но и у Virtus.pro тоже, в общем-то, есть персонажи, которые хорошо против Пугны, там тот же самый Брюмастер, он может сдиспелить Декрип, очень быстро Пугну убить, может сдиспелить все иллюзии Наги, может там в Циклон поднять Дума, который не успеет закастовать ульту, и к тому же для Паши это один из сигнатурных просто персонажей. Пангольер тоже вполне хорош, в принципе, с центра. И к тому же есть еще отличный сплитпуш персонажа. Это вот, посмотри, кстати, по сути, 4 героя Virtus.pro нереально круто в макро могут играть. Фурион пеньками засплитовывает Террар Блейд иллюзиями, Пангольер может свэшбакл плюс шилдкрэш и там дальше на ульте как-то укатиться с телепортом, ну и Шаман тоже толкает линию, ставит варды. Борьба за баунти руны. Virtus.pro должны забирать 2 в боте, и посмотрим, как в топе у нас. Рамзес до конца идет, остается без руны, забирает здесь ее Фуай, и по итогу по рунам 2-2. Да, обидно немножко получилось. Да, напомню, для тех, кто в танке, может быть, Нагу давным-давно не видел. Нага сейчас играет через Diffusal Blade, Mantis Style, то есть такой боевой герой без каких-то радиансов, который да. Просто принимает активную участие в драках. Там, начиная с минуты 20, это полноценный герой не хуже, чем ТБ. Ух, может быть. Шамайч. Да, Нага такой вот тактически удобный персонаж тоже. Вот с Virtus.pro очень удобно бороться, когда они там на Рошана идут, да, ты можешь там дать... Да, ульту и попытаться как-то зайти, Рошана забрать там или удобную просто позицию получить. Плюс это комбинация Нага плюс Дизраптор. Не забываем об этом. Шамайч продолжает душить их снова. Ну, хватит. Да, конечно, Шаман один на один намного сильнее Дизраптора. Показатель урона там чудовищный. Что, он отпуливает пачку? Да, он отпуливает пачку, видимо, для Брюмастера. Сейчас поведет ее... Интересно, кстати, куда поведет? Прям под Т3 или под Т1? Ну, под Т... Ай! Снова грамотно играет. Ничего не скажешь. Ну ладно, Пангольери против Экстема на Пугне. Пугну сегодня мы уже видели. Ну, в общем, Пангольер герой стабильный, что на сложной линии, что на центре. Да, тяжело но им поиграть. Вот тут пак есть. Пак очень сильно мешает. Надо что-то делать с ним. Как-то, ну, дизейблить его во время Rolling Thunder, чтобы не кастовал. Сейчас Соло может наказать. А Соло вряд ли здесь сам кого-то убьет, и его тоже не должны убивать теоретически, потому что хороших дизейблов пока нету. Челесток сейчас получил 2 уровень, должен Infernal Blade. Но а, землю? Соло, землю мне кажется, качал, может доиграться. Да, да, есть земля, так, есть танки Тавра, есть арба. Соло пытается прятаться, нажимает парифайер. Но... Нейтрала может как-то отдаться. Мисс прокнул, но там земля, там земля. Там работает земля, поэтому как бы ты не пытался уходить. Периодически урон заходит. First Blood для команды LGD, делает вот Doom. А еще подстакивает тут, смотри. Грамотно. Что там, крипсовухи. Ну, не везет Челесу. Ну, Кентавр вроде как был полезен, хотя с шоквейвом тролля он, не тролль, точнее, сатира, все равно бы убил. Так или иначе. С любым крипом он, наверное, убивал здесь Nature's Prophet. Да, очень интересно, что в топе будет происходить. Террорблейду важно получить хороший уровень на старте. И снова дает... Кинетик Филд и пытается забрать Роджера, прокает пассивку Ламы. Он... Есть немножко стиков. Ой, какая тут неприятная ситуация. Икс снова все-таки... Нет, все-таки добивать. Стики. Я подумал, что Роджер Подожди. Уже уходит. Ну да, еще один тик, хватит ли? Нет, один хп! Один хп! Да, действительно, все-таки я уж вот подумал как раз там в самом начале, что он успеет. Там все-таки регенерирует, чуть-чуть да. И... Не, ну один одна хп, это, конечно, в голос. Одна единица здоровья. Это реально рандом, потому что урон у персонажей, он, в общем-то, там некий разброс имеет, да? Если бы чуть-чуть побольше выпал у Дизраптора,
Хотя, может, у него максимальный выпал. Мы же не знаем. Это уже никогда непонятно будет, скажем так. Так вот, Террар Блейд. Четвертый уровень, в принципе, можно идти лес. Но, учитывая, что он фрифармит на этой линии, на данный момент, думаю, что будет стоять. Может быть, какие-то дополнительные слоты появятся, пара масок, там, ПТ-шка, и можно будет даже попытаться как-то драться через. Нападают здесь на Nature's Prophet. Nature's Prophet пытается сделать ТП-аут, хороший сайленс, плюс сетка и очередной фраг для команды LGD. Борется Рамзес с Челисом, хорошо бодиблоком работает здесь соло, но Челиса пробить не получается пока. На что атака, хотя, атака, хотя, значит, хотя просто секундочку, угу. Еще пара тычек, и Челис умирает. Да. Очень хорошо получилось. В целом, неплохо. Такая вот ситуация. Фуай какой-нибудь идет просто... Идет ну, да. Да, можно и так сказать. Определенная разница между Пугной и Пангалером сейчас есть на центре. Небольшая. Небольшая. Там, три крипчика. Несерьезно. Но Пугна персонаж, конечно, более, мне кажется, опасный на ранней стадии игры, потому что, опять-таки, рано может пушить вышки. Да, Пангалер тоже обладает хорошим магическим уроном и возможностью убивать героев, но он не умеет ломать вышки. Это жесть. Это везение, да. Это учитывая, что повезло. Пангалер пошел вниз контролировать, ты понимаешь, насколько тут не повезло, но Вану дважды. Так и есть. Да, у Пугна не было маны, теперь этой маны очень много. Тяжело, конечно, шаманам против этих иллюзий бороться. Они, ну, видишь, он натравил просто иллюзии на Роджера, Амы. И никак Роджер с ними не может разобраться. Нага тоже, конечно, будет очень быстро качаться, потом через иллюзии фармить лес. Ситуация пока что равная. Не можем мы выделить ни одной линии, кроме где кто-то доминирует. Кроме только что центра. Там, я думаю, все-таки эта линия... Ну да, там Пугна сейчас сломает вышку, и небольшая доминация есть по крипам все-таки за счет вот руны регенерации. Пытаются Амы здесь пробить. У Амы довольно большой запас брони. 9 плюс 2 под вышкой. Ну и в конце концов он остается в живых. Забирает тут еще пачечку крипов. Надо себе реген, наверное, какой-то притащить. И у Рамзеса рефлекшн, интересно, прокачал он. Рефлекшн не прокачал. Все. Вот мне на самом деле нравится вот такой билд на Террар Блейде без рефлекшна, чтобы ты в любой момент, вот только что-то у тебя пошло не так, только ты чувствуешь, что соперник себя давит, ты тут же уходишь в лес и быстро-быстро качаешься за счет того, что ты иллюзии промаксил, а не качал этот рефлекшн. В принципе, на линиях, где, ну, допустим, против Бистмастера, кастовал рефлекшн, получил ауру, убил. Или там против какой-то винги. Это, наверное, полезно. Но Рамзес сейчас пытается забрать сеточка. Сетка. Должен быть Infernal Blade. Это очень больно. Но Рамзес вряд ли умрет, но он очень много ресурсов арба потеряет. Можно идти до конца. Все-таки земля работает. Спрошу хотя... как понимаю, отсутствует еще. Он сделал один удар, работает земля. Этого хватает. Что у прокачка вообще от Дума? Ну, Infernal Blade 2, наверное. Земля, нет, земля 2. Я и вижу, что как-то земля подозрительно много вот этот предыдущий урона заходит. Я, честно говоря, опять вот такая немножко алтовая не прокачка оценил. Прям. Да, раньше просто земля давала хп-реген. И ты за счет этого как, ну, максил. То есть ты и дамажил, и регенился. Угу. Сейчас все-таки это как-то вот перераспределили. И поэтому не так часто мы видим замакшенную землю. Рамзес, конечно, будет тяжело по игре. Даже при покупке блокинг-бара ему легче не против, станет. Да, против него очень много героев. Это вот как в той игре, когда Артизи, помнишь, играл против ПЛа, Шедоу Демона, Пака. Угу. Вот, то есть, казалось бы, ну, Террар Блейд против ПЛа не так уж и плох, но... против тебя, помимо ПЛа, еще играет очень много других персонажей, которые тебе мешают. Здесь у ТБ, ну, чуть попроще ситуация, чем у Артизи, вот. Но все равно могут задавить, могут задушить. Рамзес фармит через метаморфозу крипов, которых довольно тяжело убить, очень много здоровья потерял, вынужден использовать Шрайн. На самом деле не зря используют, учитывая, что Эфай очень рядом, очень близко находится. Ну, там, даже первая арба и рифта могло хватить. Ну, поднапряг бы, да. И соло в топе погибает, сюда приходит XM. XM 7 уровень. Четвертый бласт начинает уже довольно серьезно дамажить вышки, и героев тоже убивает. Надо чем-то отвечать. Вот ВП надо чем-то отвечать. Нужен шестой уровень на брюмастере, где-то выйти, где-то напасть, проявить агрессию. Потому что вышки будут падать с невероятной скоростью у Virtus.pro, это понятно. Пугна получил свой фарм, у Дума тоже там 3-300, а ответить ВП пока особо ничем не могут. F-White вот стоит уже, наверное, минуты две. Ну, он, видимо, экспу собирает, да? Да, собирает экспу просто с крипов, которых Рамзес добивает, но при этом сам он нигде не присутствует, нигде ничего не толкает, нигде давление не оказывает. Драма для Дума, 3700, хороший нетворс. И арканы для Пугна. Мягко ну, куда сказать, можно? Хороший. Челес, да, можно, очень круто. Можно попытаться еще раз поиграть в топе, поставить несколько хороших агрессивных вардов, заставить Virtus.pro сражаться за Т2 вышку. Им это не особо выгодно, мне кажется.
он качается, качается как может. Брюмастер 3000 золота, взял он все-таки свой Primal Split, наконец-то делает Владмир с первым слотом. Играть на Брюмастере жадно в такой игре ни в коем случае нельзя, потому что нужны вещи. Вот Владмир с Блинк, его задача прыгнуть в драку, обезвредить Дизраптора, зациклонить там Пугну или Пака, там кого попало. Вот, кто попадется, так сказать, под горячую руку. Так, можно попытаться убить Упай, но Роджер немножко не успевает, там должен быть определенный контроль, ведь связка либо Хекса, заберут башню без Мейк. Пинки работают, есть катапульта. На самом деле, если бы захотели, мне кажется, могли бы это подефать, если бы на шрайн телепортировался бы XM. На топе будет защита, есть Primal Split, здесь уже, думаю, определенно не успевает, покатился на One. Паша выходит пандами, XM зацепили, что делать дальше? Земляная панда слишком далеко, XM очень сильно просел, на самом деле. Да, циклон, сразу же назад. Полетел булыжник, хорошие тайминги, и должны добивать, убивают Пугну, отличная работа. На тоненького, казалось бы, то есть там Primal Split был заюзан прямо за вышкой, очень много времени Паша потратил для того, чтобы, ну, пандами просто Паша добежать. Паша клэпать перед умом, я думаю, не планирует вставать Primal Split в такой да игре. Да не, я к тому, что он, ну, как бы далеко этот сплит заюзан, то есть он мог бы телепортироваться на шрайн, там, допустим, или прямо перед тердовой вышкой, чтобы сократить дистанцию, но в итоге он они знали о доме, они видели на варте, поэтому не надо было идти очень аккуратно. Ну, да, да. Вар там стоит в районе шрайна. Да, понятное дело, что клэпать перед Primal сплитом здесь нужно очень осторожно, потому что не только Doom можно поймать Silence Pack, можно поймать Static Storm Дизраптора, и в конце концов можно поймать просто ульт Наги, а туда уже будет скастован Static Storm Дизраптора, и тогда ты уже, ну уж точно не утянешь. Поэтому с Primal Split'ом нужно будет Паше играть крайне осторожно. Роджер получает только 5-й уровень, хотя 9-я минута, нормально, нападает XM, Blast Decrypt плюс Life Drain. Есть, стики нажимает и уходит. Снова Роджер спасается, у него 0-1-0, но это... единичку даже не вкачал Роджер, у него уже есть арканы. Ему тяжело Шеклс кастовать здесь, вот как он планирует кастовать Шеклс? Как он будет держать в этой сетке, я пока не представляю. Падает очередная вышка. Сами Virtus.pro сломали пока что только одну. Пытаются давить в топе. Спейс для террорблейда создается, какой-никакой, но LGD, мне кажется, могут пойти и дальше. Тем более Нага тоже, знаешь, она не простаивает, не находится вместе со всей своей командой и пытается кушать, а качает лес. И качает мид при этом. Но стратегии LGD пока работают. Они уже три башни снесли за вот эти вот 10 минут. Контроль баунти должно быть 2-2. И остается ненадолго снизу Дизраптор. По поводу глубокого лейт-гейма, ты правильно отметил, мы знаем, что Дизраптор плюс Нага — это, наверное, сильнейшая комбинация в доте, если у Дизраптора появляется Аганим. Там ты уже ничего не можешь делать, Нага просто дает слип, и после этого... Ну, много хороших есть способностей. Опять-таки, FY играл на Энигме, и ему даже не нужен был никакой второй герой, то есть он просто прыгал, давал блэк-холлы. Вот, то есть это тоже достаточно сильная связка. С любой подобной комбинацией можно попытаться справиться. Для этого просто нужно держать хорошую позицию. А в доте это довольно трудно сделать. Потому что, ну, соперник будет тебя всячески заставлять стрейфиться в неправильные стороны, да, то есть бросать свои спеллы, ты вынужден от них как-то уворачиваться, в итоге позицию ты рушишь, свой боевой порядок. Рано или поздно ты оказываешься хотя бы вдвоем вместе, тебя там закрывают в Static Storm агонимно, и тогда тебе уже приходится не сладко. Но, опять-таки, есть различные способы как-то продлить жизнь тиммейтам. Там какие-то грифзы, какая-то, может быть, там, не знаю, Glimmer Cape какой-то, если у врага детекшн не будет. По-всякому можно сыграть. Дота игра крайне вариативная, и даже если игра зайдет в сверхлейт, в принципе, я бы не сказал, что у Virtus.pro там прям нет шансов против Наги и Дизраптора. Пока Virtus.pro пытается сломать тир-1 вышку в центре. У них есть Primal Split, сюда сейчас телепортируется в Doom. Будет попытка от команды LGD, видимо, убить, но они надо решили просто... Надо поаккуратнее, вот оно и происходит. Kinetic Field, шамана закрываешь, дальше Decreep, Blast, Life Drain, урона должно хватить, залетает арпа. Краешком залетает и попадает точно в цель. Выходит Паша, прямо с Пикси покатился на One, ставит стримкоил. И на One ничего не может делать. Вот так вот это работает. Все, на One вне игры. Убивает Дизраптора Doom на ТБ. Ну, ТБ в очень хорошей позиции. Чалис пытается уйти. По-моему, это была небольшая ошибка от игрока команды LGD. Погибает также XM. Пытается Doom скрыться от преследования. Закрывает его со всех сторон. Соло телепортейшн не самый точный, но Чалиса прощать не должны. Да, слэш бакл, Сайленс. И ну, как же все хорош Паша, ДВП нам, очень нам не особо показали, но Паша очень круто заюзал Primal Split где-то в тылу врага, нажал его, забежал, убил Дизраптора, дал кучу урона, посмотри, Брюма, ну 953, ладно, это не то, там, чтобы там скорее способности, куча. Которые использовал в момент вот да, этого Primal Split. Да, и соло нанес 1900 урона. Ультимейт. Балансный герой. Ультимейт полетел. Саппорт 5-й позиции. И да. Понеслась. Ну и, конечно же, да, Террорблейд успел в метаморфозе побить. Не, все-таки Мидасик. Ну. Он купил и Владмирс, и Мидас. Да, это понятно. 5,2к урона нанес. Соло пока что топ-1 вообще в своей команде. И при этом он не сильно уступает Пугне, соло-мид, игроку да.
сломит героя команды LGD. А у Наги, заметьте, пока последняя позиция по урону. Но это неудивительно. Нага исключительно фармит. У Наги даже не было в этой драке слипа. Который, кстати, был бы весьма полезен. Был бы весьма полезен. Нага, кстати, тоже очень хорошо против шеду. Шамана ты можешь во время ульты развить змейки. И шамана будут пытаться сейчас убивать. Но шаман держится осторожно. Кана дайров, они знают, что где-то тут находится противник. Поэтому Роджер будет очень здесь аккуратен. Соло там прилетел, как я понимаю, поставил вард. Такой вот глубокий. Это, кстати, плюс на чист профита. Ты можешь прилетать в какие-то неожиданные места, на хайграунд и ставить варду. Ну вот, видишь, варду, ну, да. Которая будет палить частичное передвижение Наги. Ну, Террорблейд получает свое. Слушай, а Роджера, то возьмите все равно нашли. И тут, конечно, ему никак не уйти. Два героя, даже здесь третий. Рядом еще Икс снова. Роджер очень много времени. Он еще уходит из-под бласта. Ну, умрет, понятное дело. Но, опять-таки, немножечко подспейсил. Икс снова получает 325 монеток за этот фраг. В топе вышка у Virtus.pro стоит, и причем у нее не так много здоровья, то есть ее легко бластами будет добить. И надо как-то сейчас дайр попытаться, ну не знаю, толкнуть мид, толкнуть ботом, может вражеский лес как-то профармить. То есть особо пока в драку вступать не хочется. Хотя бы, о, дабл дэмэдж у Пангалера. Получится что-то? Не, не получится. Нет, да, похоже, не будут пытаться. Если найдут какого-то героя на отшибе, могут попытаться... Еще и Аркейн Руна. Очень крутые бафы для Пангалера на самом деле. Ого, это что такое? Метас? Это что-то новенькое. Я такого билда на ноге не знаю. Слушай, ну что скажешь, хорошо. Что ну, это пускай, такое? Не, ну, будет? Пускай будет, как бы. Что тут еще просто можно Нага добавить? Просто Нага в игре не на 20-й минуте, условно, а на 27-й получается теперь после этого Мидаса. О, обычно Мидаса хочется брать, когда ты еще при этом вынужден, ну, по XP очень сильно подниматься, да, потому что у тебя там таланты какие-то хорошие есть. Здесь, в принципе, быстрый, я не знаю, диффуз на Наге. Очень сложно было бы шаману, очень сложно было бы брюмастеру. То есть, ну, реально можно было выйти в какой-то атакующий хороший билд. Но Амэ решил все-таки гнаться за террорблейдом в лейт и... В общем, пускай это будет на его совесть. Я ни добавить, ни убавить не могу, что-то конкретное сказать. Ну, скажем, мне кажется, Нагой намного проще взять какую-то Яшу, просто получив дополнительную скорость, где-то там прийти в драку, получить ассисты и налутать деньги Икспу, нежели чем бегать с этим Мидасом, просто качаться. Все-таки сейчас немножко не такая дота, когда ты можешь позволить себе 40 минут вообще не участвовать ни в каких драках и событиях на карте. Хотят Virtus.pro слушать вышку в топе, стоит вард, Паша в смолке, держится осторожно. ТБ пока нет, и он сюда прийти моментально-то не сможет. То есть здесь команда Virtus.pro находится вчетвером. Нужно это учитывать, да, ВП не полезут агрессивно. Ну, а LGD, естественно, захотят цепануть, потому что Нага-то в любой момент может на тир-1 вышку телепортироваться. Соло дает спорты, прячется, но Primal здесь прямо сплит. ТБ делает телепорт на Шрайн. Пангальер должен здесь раскатиться, кстати, что там ставится. Но он не успел дать ультимейт, да, получает еще еду в придачу. Какой же контроль на бедного игрока на центре команды Virtus.pro. Рамзес пошел бить Фуай, Фуай вынужден покинуть драку. Параллельно Паша зацепил Дума, там лайфтрейн, много высасывает ХП и XM. XM пытается убежать из драки, должен добить шамана, шамана добивает. И сейчас ХП вылетает Пангальер, дает Слимеку. Слип от Наги. Хорошая позиция, но, правда, нечем на закрывать деле, вообще. На самом деле тут реально ничего нет, он прилетит, есть арба класс, будет очень больно. Есть много, да. Моментально уничтожает Ноуана. Соло на ЛХП пытается уйти из драки. Рамзес также бежать. Рамзес. Чайлис. И сетка. Сандр имеется. Посмотрим, что сможет делать здесь ТБ. Рамзес в последний момент не успевает. Не успевает дать Сандр. Погибает Рамзес 6-6-6. И Амэ... Ну надо, надо добить хотя бы Нагу. Надо здесь добить, но Инферно Блейд замедление. Там ставится Назар Вард и Брюмастер. Попытка сделать телепорт не получается. Получает сетку Брюмастер. И должны его здесь добивать. Погибает еще и Соло. И Фуай тут против Соло воевал, рядом был Икс снова. Минус 5 получается. Да. Роджер, по-моему, тоже здесь не выживал. Да. Он только появился. Роджер Team Vibe для команды LGD. Или нет? Его вообще не было? Хотя, да, это, может, это, мне кажется, запоздало. Да, шаман, он, видимо, погиб просто в самом начале. Он точно был на топе змейки, так кто ставил? Ну да. Ну, как-то так получается. Не совсем понятно, зачем ВП здесь решили драться. Да нет, казалось, они продадут Соло и просто их, уйдут. Хотя, да, ты прав. Ты прав. Наверное, действительно можно было бы просто... Атака была только на соло. Атака была, атака, да, была действительно только на соло. Там Пангалер уже попытался как-то вписаться. То есть там начал какими-то свэшбаклами Дума отгонять. В итоге получил статик шторм, получил ультимейт от Дума. И в целом все было реально неплохо. То есть Пангалер пережил Дум, скастовал там Меку. Я думал, у него гривзы уже есть, но у него только Мека в итоге. Меку скастовал, получил здоровье и мог скастовать Роллинг Тандер. Если бы Нован смог это сделать, Нагу бы убили точно. И кто знает, как бы там потом драка повернулась. Но в итоге ребята стали под ульт Наги, причем
общем, встали довольно кучно. Хоть не было статик шторма, не было там каких-то других полезных спалов. В итоге хватило прокаста пака для того, чтобы убить Пангалера. Ну а дальше ты сам все видел. Там посыпались остальные герои. Да, ну LGD выигрывают драгоценное время. Форс, при всем уважении, я, честно говоря, если вижу глубокий лейт, по мне LGD сильнее. Именно за счет дизраптора, который нафармит Нага, ну, который будет иметь слоты. Ты закрываешь ТБ и ставишь статик шторм. А что? Что ты можешь вдруг, делать? Вдруг одного ТБ закрыть. Нага даст ульт. Так. После того, как дизраптор скастует статик шторм. Ну, допустим. И там какое-то время игроки ВП будут спать и не стоять статик шторм. Ну, ты знаешь, как это бывает. Вот этот свап, винги, и я бы сказал, тут единственный момент, когда вот этот момент, когда ты можешь дать БКБ даже в статик шторме. Если крейт в доте. Но об этом мы поговорим, если игра до этого дойдет. Ну да. К чему все потихонечку идет, учитывая билд Наги, Мидас, Яша, учитывая, что есть Мидас у команды ВП. Тут уже понятно, что у Наги будут артефакты. Это вот на первой карте этого противостояния, там, когда Virtus.pro сильно давили, ты, в принципе, смотришь на Спектру. Да, Спектр хорошо отстоял свою линию. Соло пытается уйти, но на нем Дримкоил уже висит. Спруты кончаются, и Чалис, естественно, его догонит. Здесь вместе с командой должны будут соло собрать. Соло ультимейт пусть выдал напоследок. Да. Хоть так, там атака параллельно Нагу. Может быть, чуть поинтереснее. Нага имеется слип. Нага пытается отсюда бежать. И без проблем должно, хотя рядом есть команда. Нага нужно петь песенки. Рефлекшн. Нага. Ай. Начинает петь. Пангольер оказывается в слипе сам. И Нага. Хотя не факт, что уйдет. Там есть свэшбакл. Может быть, Пангольер не, продолжит. Не, слишком, нет, не слишком быстрый герой. 432 МС у Наги. О чем вообще речь? Она быстрая, скользкая, уползает моментально. Если нечем подцепить. Хотя у Роджера там линза есть. То есть он с большого расстояния спейл кидает, но все равно он был слишком далеко. Так вот, о чем это я? Я уже даже забыл. Я уже, блин, даже забыл, о чем хотел рассказать. Ну да ладно, может, вспомню чуть-чуть попозже. Продолжает качаться. LGD. А, вспомнил. Но давай. Там соло уже умирает. И минуты покоя, на самом деле, в мидгейме. Без 15 секунд 20 и... На самом деле, соло, он же только появился. Да, он появился по кулдауну ультимейта, опять нажал и опять... Вспомни, как доминировали Virtus.pro на первой карте, и даже несмотря на то, что у Спектра тогда был фарм, ну, на линии. Не факт, что у Спектра появлялись бы свои артефакты, потому что ВП там могли давить и реально закончить эту игру достаточно быстро, если бы все сделали правильно. Здесь эту игру уже, ну, типа, быстро не закончить, это понятно, и у Наги здесь свои артефакты 100% будут. Вот о чем я хотел сказать. Ну, а мы могут подловить. Primal Split. Диспейл. Ну, что-то... еще очень долгий. Так, да. Ловят. Хекс. Там связка высокого уровня, поэтому тут просто немного даже не, да, с контроля не выйдет. Да, без. Приятно получилось. Да, и сразу же смоук. А в чем идея? А, я не знаю. Хотят, наверное, в мид выйти. Вообще, если Virtus.pro успеют, то, мне кажется, LGD просто не будут этого ожидать. 15 уровень террорблейда, наконец-то у него появляется талант на дополнительное здоровье, теперь ему чуть проще. Они что, бегут на Рошана просто? Не, ну... ну а, ну со змейками, в принципе, а почему нет? Ну, ладно. Нага только что-то купила, байбека у него больше нет. Байбека нет, да, байбека нет. И Рошан со змейками, метаморфоза. А там Владмерс еще действует, да, действительно очень много дэмэджа по Рошану. Роджер охраняет Рошпит, FY. Есть арпа. Неужели он опять что-то сделает здесь? Нет, 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 нет. Это было бы блинкдаггер, может быть, так, конечно, это было бы самоубийство чистой воды, да. Вот просто лететь туда на арбе, попытаться как-то добить Рошан или своровать Аигис. Там, скорее всего, фейшифт уйти в момент, когда Рошана добивает. Ну, тут было никак. Virtus.pro играет исключительно вокруг Рошпита. Уже которую игру подряд они стараются какие-то вот делать выпады в сторону соперника, сделать какой-то важный пиков, важный фраг и просто выйти в рушпит и забрать Аегис. Обеспечить, так сказать, себе 5 минут дополнительного преимущества, когда ты, ну, в пятером элементарно сильнее. Главное только по одному не подставляться в таких моментах. Как там дела у Брюмастера? 9700, был Мидас, был Владмерс, есть Пайп уже. И готовятся покупка Блинк плюс Рейдианс хочет играть. Паша, красавчик. Нет, Пайп — это, конечно, круто, но... ну, хотя Дум в него кастить. Ну, его элементарно, кстати, тяжело убить. Талант на здоровье на 10-м, талант на макрезист на 15-м. Плюс гривзы от Пангольера. Возможно, он и статик шторм переживет, и Дум переживет, и прокаст Пугна переживет. Вообще, выглядит разум. Главное, чтобы он не нажал Primal Split. То, что он будет жить, это не так прям важно. Главное, чтобы он просто не мог разлютоваться. Ты имеешь в виду для LGD, Клам? Да, конечно. Ну, понятное дело. Убить-то понятно, просто будет трудновато. Если ты его накрываешь статик штормом с кинетик филдом, а у него пайп, ты его просто за этот прокаст не убиваешь, а потом он нажимает Primal Split. Вот и все. Смоук от команды LGD. Возможно, сейчас будет атака на соло. Пошли лишь иллюзии.
Позиции Virtus.pro. На топе находится, правда, Шаман. Снизу ТБ. Ну, в общем, неплохо действует ВП. Но тут атака на соло. Для соло это будет, видимо, седьмая смерть. Хотели Virtus.pro дефать тир 2 вышку в боте, и поэтому соло поставил там варды, то есть он вынужден был пойти и провардить, ибо если нет у тебя вижен, не вижена в той точке, то Т2 вышку, ну, довольно трудно защищать. Ну, главное, чтобы LGD все это дело потом не задевардили. Нага почти с диффузами, фармит амы очень быстро. Медасик бросает по кулдауну, старается, чтобы он не простаивал. Любопытно посмотреть на амы в бою. Насколько вот этот герой действительно опасен, насколько он может оказаться занозой. Как ты отмечал, с Diffusal Blade этот герой станет намного сильнее в комбинации с Manta Style. Там будет, конечно, неприятно. Да, Midas еще очень долго будет окупаться, но главное, что идет опыт, главное, что высокий уровень у Наги. Ну и казалось, обычно третьи карты по сценаристу этого турнира ВП выигрывают очень быстро. То есть третья карта, она обычно без проблем идет. Здесь прям все очень похоже это и на первую, и на вторую карту. Это первая... Третья карта, где у Virtus.pro действительно огромные трудности. То есть они не проигрывают, но и далеко не выигрывают. То есть ситуация на карте равная. Мне кажется, нет у них вот такой четкой уверенности, что они тут должны выиграть. То есть они стараются прямо сейчас очень сильно потеют. Появляется Diffusal Blade у Наги. Важный момент. Virtus.pro уходит с топа там вдвоем или втроем. Тут было бы очень плохо, если бы кто-то оказался, особенно какой-то Пангольер, либо же ТБ. Старается полностью выключить Пугну из игры. Погляди. Еще один пайп. Ну, это очень сильно. Там, кроме ведь Пугна, еще и Пак есть, который очень много магии выдает. Такое ощущение, как будто LGD хотят подраться. А ВП не хотят. Ну, понятно, ВП хотят вещи на террорблейде купить. О, БКБ. КБ? А Егис есть, напомню. Ну, которые особо ВП, они скорее забрали Рошан для того, чтобы просто иметь немножко больше денег опыта. Не, ну, если Рамзес выйдет, как-то торганет лицом, впитает спеллы, то он свои игис реализует в таком случае. Там Столо БКБ привез, потому что курьер стоит, может быть, Столо слетает, быстренько БКБ привезет Рамзесу. Можно, можно. Потому что Рамзес сейчас из блокинбара, выходит Дум. В рейв, вот так вот, напомню, там есть Аегис все еще, прямо сплит от Брюмастера, Рамзес покидает драку, что там по панде, атака на Нагу, Нага поднимает циклон, выходит Чалис, непонятно в кого, пока кастовает Дум, Рамзес Сандер, вот так вот пошел, нажимает, БКБ нажимает метаморфозу, Чалиса практически убили, уходит он, Глиммеркейп, детекшн никакого нет, параллельно Нагу, немножко осталось совсем, Нага погибает, Нага не успевает, отслип, и теперь все для команды ВП становится уж больно, хорошо, Нага без байбека погибает с Раптор, минус 2, может быть хайграунд? В такой ситуации это хорошая варды, идея. Варды шеду, шамана есть, метаморфоза по-прежнему действует, там гривзы, там два пайпа. В конце концов, почему бы и нет? Virtus.pro действительно пытается зайти сейчас. Шаман хочет купить себе БКБ, ставит варды, XM будет пытаться как-то их, я не знаю, наверное, руками бить, но это делать очень опасно, потому что шаман с большого ранжа может подцепить, и террорвей тогда расстреляет. Надо быть очень аккуратным игрокам ВП. Ну, наверное, скоро минус, появится дизраптор, минус надо уходить. 3, там да, на глинк нельзя нарываться, поэтому лучше уйти прямо сейчас. Минус 3. Доступны шрайны, no one. Опасный телепорт, но его не видно. Его не видно. Ночь, да, баунти руны. Кстати говоря, спавнится. Две точно забирают ВП, еще две лежат в боте. И похоже, что их заберет, ну, там, либо Брюмастер, либо Shadow Shaman должен добежать. 888 золота отдал Shadow Shaman за 26 минут игры. Но, в принципе, учитывая то, что эти деньги размазаны вот на дистанции в 26 минут, это не такие уж и большие средства, если честно. Тем более, Шаман всегда ставит змейки, которые спокойно могут игроки LGD разрушать. Тут нет смысла их ставить. БКБ на, БКБ на Шамане. Друзья, что такое БКБ на Шамане? Это... Ну, секунд, наверное, 8 такого хорошего, чистого дизейбла. Душитель, да. Роджер будет на этой карте. Очень важно, что именно в той драке соло все-таки прилетело, ведь на телепортейшн, как я понимаю, привез телепорт. Курьер стоял на базе. Привез БКБ, да. То есть курьер бы намного дольше этот блокинг-бар бы вез. Это понятно. Смоук от команды LGD. Нагу мы пока все еще, будем честно, не видим. Нага в прошлой драке ничего сделать не смогла. С блокинг-баром, с диффузами, с мантой будут повеселее, пока БКБ нет. Выходит LGD уверенно по центру, знает, что метаморфоза нет, прорывает вот так вот активно Дум на Роджер, попадает отходит назад. И, да, он по Shadow Shaman, и, конечно, подцепить в таком случае не получается. Но Virtus.pro, как опытная команда, она просто чувствует, она знает то, что у LGD сейчас огромное желание пойти в драку, ибо нет метаморфоза. Без метаморфозы Террор Блейд не так опасен. Ну, LGD довольно тривиально вышли в атаку, то есть просто пошли по миду. И, понятное дело, никого там не поймали. Там соло поработал, смотри, на топе пеньки, ультимейт от Nature's Prophet залетает. Конечно, так не может ходить, тебя просто засплитят. Да, об этом мы говорили, то, что в макро пик Virtus.pro очень-очень сильные. В линии толкаются постоянно. Ты вот
не знаю, мне постоянно в голову приходит это сравнение с пододеяльником. Знаешь, когда ты пытаешься одеяло в один угол затолкать, а оно из другого вылазит. И вот то же самое происходит на карте, когда ты толкаешь две линии, по третьей у тебя уже идут пеньки, там шаман кидает молнии, и тебе кому-то нужно обязательно возвращаться для того, чтобы отпушить. Соло телепортируется на вражеский алтарь, вызывает пеньки и понемножечку, помаленечку начинает демонтаж шрайна. Блайдстоун грамотно перекладывает вместо Смолка. Все-таки увеличит вот этот пуш в разы. На топе очень много крипов. Надо Virtus.pro кому-то идти дефить, а то там сейчас аккуратненько будут заходить тот же баг на хайграунд вместе с Раптором. Ну, туда смещает Пангальян. Лотус Орб Соло хочет. Вот чем больше всяких Лотус Орбов и Линкен Спер, тем труднее играть Думу, потому что основная задача Челиса в этой игре — это просто не только скастовать ульт, еще, конечно, Infernal Blade'ом побить, ауру давать там хорошую, если он волка забрал все-таки. Хотя у него там блинк, и, наверное, у него пока стан Кентавра. Ну, ты понимаешь, о чем. Если он не сможет дать Дум, то он потеряет львиную долю вот потенциального импакта, который он может внести в тимфайте. Ама вот-вот сейчас купит себя. Хотя продаст брейсбенд и там покупает боковой без байбека. И Virtus.pro, если увидит сейчас сами, они поймут то, что у него нет байбека. Если они хорошо подерутся, это может быть уже минус сторона. Ой, проблематично. С такой нагой уже драться, убить так на халяву не получится. В этот раз кэрри команды LGD. Ну, как сказать, как сказать. Может выйти шаман, нажать БКБ и забайтить, например, Дума, скастовать себя ульт. Тогда только нага выйдет из дизейблов, нажмет блокинг бар и сама начнет раздавать дэмэдж. Так. Фай у нас пока фармит Аганим. Очень хороший фарм у четвертой позиции команды LGD. Просто огромное количество денег. И, судя по статистике, мы видим то, что террорблейд намного больше лесов фармит. Разница просто невероятная. 5000 в лесу. Да, по сравнению с Нагой, которая забрала всего 2300, это реально... Хотя, казалось бы, сколько Нага вроде фармила, у Рамзеса уже есть Сатаник. Сатаник, Сэнжен Яш, как я понимаю. И БКБ. Ну, немножко, может, не хватает урона, потому что Нага персонаж довольно бронированный, и вот так просто Нагу, может быть, не получится убить без какого-то там, знаешь, скади бабочки или вот что-то в этом духе. Там уже скоро надо будет МКБ приобретать, потому что Ама начинает помаленечку, понемножечку собирать бабочку. Баунти руны. Virtus.pro, кажется, опять забирают 3. Там в боте у нас Nature's Prophet под смоком подворовал Бунтосов. Ну и смоук от ВП, возможно, хотят подраться. Рашан может скоро заспавниться, поэтому обе команды, скажем так, держат хвост пистолетом, готовятся, что этого Рашана нужно будет дефать обязательно. Ни LGD, ни Virtus.pro. Ни в коем случае нельзя этого Рашана давать, ни в коем случае. БКБ появляется у Дума. Теперь, в принципе, ему ничто не помешает прыгнуть и скастовать свой ультимейт туда, куда надо. Ибо Линкен Спер и Лотус Орбов пока у Virtus.pro нет, а в БКБшку Хекс ты бросить не можешь. Так, и вот он смоук от команды LGD. До этого был от ВП неудачный. Позиция, но One. Но One неплохой позиции, смоук развеян, прыгает Чайлис, видит но One, моментальный Дум, и Рамзес надо просто уходить. А у него есть байбек. В принципе, можно подать. Есть байбек, Рамзес. Надо выкупаться и лететь Рамзеса сюда. Проблемы, змейки ставит, Рамзеса закрывает, Рамзес начинает драться против Дума, пошел слип, Рамзес под блокинбаром продолжает драться, просто там связка бесконечна. Чайлис, тем не менее, умудряется отсюда уйти, змейки Рамзеса закрыли, Рамзес не может пройти! Рамзес вне драки! Только сейчас он доходит наконец-таки до противника. Покатился No One с байбека. Doom делает блинкаут. Все пытаются просто уйти. No One закатывается неплохо. По корба полетела. Там Шрайн восстанавливаются игроки команды LGD. Дальше. Атос, Пангальера. Пангальера напоминает с байбека. Нельзя No One отдавать ни в коем случае. Соло. Есть Глимс, но One с байбека, но One подкинет их филдом, нужно как-то его спасать. БКБ Чайлиса, там догон, дикрип, минус Пангальер, его не будет полторы минуты. Дальше погоня, Дум, Блокинбар, атака на Роджер, Роджер пытается скрыться. Роджер уходит, Рамзес, если Сандер, Сандер есть у Рамзеса, начинает просто драться под метаморфозы, выбора другого никакого нет. Погибает Роджер от рук XM, X снова остается на один удар, погибает от ультимейта Nature's Prophet. Дальше идет, заканчиваются метаморфозы, Шрайна нет, Рамзес все еще с Сандером, выходит Нага Сирена. Полностью готовы драться. Тут Хекс, Роджер вышел, врывается Паша, клайпает по троим, стоит на зарвар. Много урона, связка на Ами, недолго она длится. Все еще есть липу Наги, отлично врывается Дум вперед, убивают Роджера, дайбэк от Шамана. Рамзес, Сандра, последний момент на Икслову, что делать дальше? Нет маны, Рамзес начинает драться с Эксэмом. Слип от Наги, небольшая передышка, но уходят. И уходят отсюда. Решили здесь не драться, слишком опасно. Нет ресурсов, выбили байбеки, два байбека и два дайбека.
от команды Virtus.pro. Да, выкупался еще Disruptor, тоже денежек потерял, но понятно, что эта драка выгодна была LGD, и сейчас заспавнился Рошан, нет метаморфоза, LGD могут попытаться еще раз пойти либо в драку, либо просто в рошпит попытаться как-то его быстро забрать. Дагон продолжает раскачивать пугна. И, ну, Ама может себе позволить уже купить хотя бы талисманов Evasion. Это уже очень много стойкости ему даст. С учетом той брони и того количества здоровья, которое есть у этого персонажа. ТБ нужен урон. Мы видим, урона не хватает. Да, да, его реально просто нет. Понятно, почему он купил Сенчент Яшу, а не Манту. Ибо у LGD действительно неплохой магический прокаст есть, и твои иллюзии достаточно быстро рассыпаются. Обычно в таких ситуациях намного проще и намного выгоднее купить именно Сенчент Яшу. Но! Сколько он не бил Дума, сколько он не бил Нагу, урона Террор Блейд по ним не наносит. Я вообще очень редко вижу такого Террор Блейда, который... Ну, что значит Террор Блейд не наносит урон? Это как? То есть при прочих равных у него 20 тысяч нетворса, он топ-1, а урона от него нет. Он смог убить только Дизраптора. Еще проблема то, что ему периодически не хватает маны на рефлекшн. Там стоит Незервард, который выкачивает у тебя ману, высасывает ее периодически. Uh-huh. Ну как, снижает ман-реген, и в итоге ты в минус уходишь. Ну и ты просто не можешь постоянно спамить рефлекшн. Там на 20 уровне мы видим, у Рамзеса вкачан как раз талант, который позволяет постоянно им спамить. И это довольно эффективное оружие против Наги. Если она уже потратила манту и иллюзии, ты можешь очень быстро и сами иллюзии разрушить за счет рефлекшна. Вот наконец-то Радик появляется. Наги теперь будет труднее играть. Ну, а мы ждем бабочку Террор Блейда. Ну, потом, наверное, МКБ надо брать. Хотя, теоретически, можно на Нагу и подзабить в тимфайте, то есть убить всех. А так и происходило. Пама. Нагу-то никто особо не трогал. Все пытались убить других людей. Потом, там, потом пака, с Нагой разберутся легко, если она останется одна. Хекс, сетка, там, Пангалер будет кататься с вышбаклами, и иллюзию убивать, и саму Нагу дизейблить довольно неплохо. Вот поэтому... Не обязательно Нагу вот прям убивать за прокаст, да, поэтому МКБ, может, не нужно именно прям рашить, но все равно хотелось бы, знаешь, все равно хотелось бы. Да, довольно быстрая бабочка, даже несмотря на то, что Амы там пару раз погиб у нас за 34 минуты. Дальше Тараска хочет делать. Возможно, увидит бабочку на Террор Блейде, сам передумает, захочет купить МКБ, хотя это вряд ли. Кажется, что намного проще усилить именно себя, да, вот. Поиграть на себя, нежели чем попытаться поиграть по правилам этого самого Террор Блейда. Там кто-то бьет Рошана. Это иллюзии Наги, да? Рошана. Угу. Проверяют и те, и другие наличие Рошана. Ну, LGD упустили момент, когда у них было небольшое преимущество над соперником, пока у Террор Блейда не было бабочки и, соответственно, метаморфозы. Сейчас у него уже есть Иглсонг, и метаморфоза, естественно, заряжена. Но в целом, небольшое тайминговое окно есть. Опять баунти-руны пытаются пособирать LGD. Ям покупает соло для того, чтобы лишить команду вражескую вижена. Ну что там по лотосам-то? Появился уже лотос у Nature's Prophet? Угу, появился. Это хороший предмет очень. А, беда в том, что все равно Doom пройдет, понимаешь? В отличие от контрспелла того же антимага. Это правда. И да. Условный Пангольер все равно быстро покинет, но Вану очень тяжело в этой игре. Ему даже непонятно, блокинг-бар, что ли, покупать. Какие варианты, чтобы хотя бы не погибать от прокаста пугна. Да, пугна в столу убивают, бедного. Я даже не продумал, а именно про прокаст пугна. Угу. Там, ну, Линкин Сфера тоже спасает. Ну, на самом деле, можно может даже какой-то блокинг-бар купить. Вот, я об этом, в общем, и говорю. Чтобы хотя бы не засыпать в ультимейте Наги Сирены. То можно проснуться уже в статик шторме, и вот она бабочка. Все, Virtus.pro сейчас будут на равных трассах. Как я понимаю, остается без байбека, Рамзеш, что достаточно рискованно. Да. Вообще довольно любопытно, у кого байбеки есть. Есть у Наги байбек, у Дума и у Пака. Три игрока команды LGD с байбеком. Это плохая новость для Virtus.pro. То есть драка за Рошана должна быть очень уверенной у Дайер для того, чтобы действительно получить преимущество в макро. И как ВП начинать, непонятно. Выходит Рамзес, как будто готов продавать тебя, его глимстуют назад, дальше ничего нет. Рамзес уверен в том, что его засейвят элементарно, что ему дадут лотос, что ему дадут пайп, да ему дадут грифзы, и он как-то все это дело сможет пережить. Ну, нужно быть осторожным. Чувствуем, что LGD тоже боятся, несмотря на вот это мнимое преимущество. Ты элементарно можешь не успеть. Вот так, если подумать, то есть выбежит откуда ни возьмись пугна, декрип догон, бах, у тебя уже там очень быстро все. 75% здоровья элементарно нет. Прокаст от пака, прокаст от там, какого-то дума, шива, плюс Infernal Blade, и все, и ты в таверне. И где-то там бегает Нован, который не успел тебе дать грифзы, где-то там Паша. Эвай, врывается дримкойл, под двоим дримкойл, аганимный, прямо сплит сразу же, Рамзес стоит на месте. Прямо сплит использован, циклон на Пака, там есть кинетик, есть хиекс, попытка быстро убить Пака как-то, не получается, врывается Нован, пошел слип, ну и Нага начинает петь. Нован крутится,
Но вот что дальше? Ставит змейки. Пак уходит в фейс-шифт. Дальше NoOne отходит назад. Есть глимс Рамзеса. Очень много кнопок использовали игроки команды Virtus.pro. Рамзес метаморфозу, как я понимаю, пока не нажимал. В принципе, потратили дабы КБшки, потратили Primal Split. Неприятно, но если припрут к стенке, то Террор Блейд с метаморфозой сможет подраться. И БКБ он тоже не страсти. Как же тяжело с этой нагой воевать. Ты посмотри, вот всегда мне казался этот персонаж чуть более сильным, чем остальные, потому что ну, настолько он высокое тактическое преимущество дает тебе. Хочешь — дерешься, хочешь — нападаешь, хочешь — Рошана воруешь, хочешь — сплитпушишь, хочешь, я не знаю, дефаешь, хочешь — идешь в атаку. Ну, нереально вот полезный спел. Еще кулдаун такой низкий на 18 уровне становится у ультимейта Наги, что аж жуть. За предыдущую драку, вот не за вот это, вот за предыдущую Нага, два раза ульт нажал, если что. И оба было довольно результативно. Нельзя ни в коем случае сейчас продраться от Тумора. Фрешер появился. Да, теперь жесть. Там потенциально ману не хватает, у нее и Шива, там все должно хватить идеально. Это проблема, проблемище еще для команды ВП. Еще и Doom DPS на 20 уровне, да, еще будет больно. Такое ощущение, таким билдом может взять. Так, там атака на центре. Ошибается, это Пак, можно быстро его убивать. Пак убили, Рожер теряет, без правда, блокинбар. Да, Пак без байбека. Но готовы ли ВП в такой ситуации драться? Несмотря даже на отсутствие Пак. Да, вот, во-первых, они не знают, есть ли у него байбек или нет. Это первое. А во-вторых, даже если они пойдут в фрошпит, теоретически LGD могут просто скастовать ультнаги и попытаться там как-то хорошо подраться. То есть даже 4x5 у Virtus.pro нет вообще никаких гарантий, что не выиграют тимфайт в ближайший. В фрошпит или какой-то другой невыгодной для себя позиции. Поэтому Пак убили, ВП нажимает смоук. Но это определенный риск. Это явно не должен быть. Неужели просто на Рошана зайдут? Ну не. Они ждут, пока на Рошана хоть кто-то придет. Нет, Паш начинают бить. Ох, друзья, не знаю. Опасный момент. И Скан, Скан есть, есть. Ну как же они рискуют? Ты сейчас Нагу туда выйдет и начнет просто петь. Спруты. Рошан. Слип от Наги. Там спруты стоят, никто их не может разрушить. Выходит Дум. Рошан стоит. Дум может кастовать. Два. Сейчас ультимейт получает хекс от Роджера. Отличная работа. Что делать дальше? Статик, что он ставит? Роджера закрывает. Можно убить. Быстро Дума. Дума убили. Роджера не смогли никак законтролировать. Погибает, правда, соло. Рошана практически убили игроки команды Virtus.pro. Да. Роджер, конечно, батя. То, что он сотворил, как я понимаю, это талант плюс линза позволил не попасть в эффект слипа. Конечно, талант плюс линза. И Роджер очень грамотно все прочитал. Он поставил варды. Ну, понятное дело, что он должен был просто отойти из рошпита, чтобы его не зацепило ультимейтом Наги, и он все сделал максимально. Ох, на тоненького, конечно, ВП играют, но на то не Virtus.pro. Ну, по-другому не выиграть. Ты не можешь обыграть такую сильную команду, как LGD, элементарно играя, как ты знаешь, по шаблону, как бот элементарно, да, то есть... играть только в тех, то есть драться только в тех ситуациях, когда у тебя явные преимущества есть. Иногда нужно удивлять своего соперника, иногда нужно выходить в смоуке, гангать как-то, находиться в позициях, в которых твой оппонент не ожидает тебя увидеть. Ну, это как раз Virtus.pro позволяет захватить ненадолго контроль на карте. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Появляется там 20 уровень, кажется, уже, и он берет талант на Шейнос. Да. Вот ну, это сейчас будет душило. Сам посуди. Какой смысл брать талант на варды, когда Нага ультует, и все твои варды падают? Даже если они будут сильные. Даже если ты купишь там Аганим, рефрешер. Ну, толку от этого. На 25-м, да. На 25-м можно попытаться взять талант на урон для варда. И просто, ну, быстрее пушить как-то. Но на 20-м брать талант на здоровье, это просто, ну, просто глупо. Так, выход от Наги в спину. Пашу глимсует назад. Статик шторм. Пашу закрыли. Пашу успеет ли убить. Паша очень долго живет. Промоспит в любом случае не повесили еще и Дум. Очень много потратили. Рефрешер, Рор, Почалиса. Должны убивать и соло. Соло погибает. Прыгает Дум дальше. О, это Рамзес. Нельзя погибать. Дума есть ультимейт. Он может его прямо сейчас использовать. Там Аегис. Там Аегис строится Фуай. Фуай не дремпел. Пошла сетка. Сандра пока нет. Там блокинбар. Сандра только лишь на Нагу. На Нагу кастует, попадает точно в цель. Рамзес, АХ еще 3 минуты действует, Дум закастован, ну и вовсе на Роджера, даже так, Роджер пытается покинуть драку, но One, если ультимейт пока не раскастовывается, Нага начинает бить песни, глимсует назад, это Рамзес, да? Да, Рамзеса глимсанули, Рамзес еще с АХом получает сетку, прямо спит от Брюмастера, откатывается, Ами может попытаться убить, Ами без маны, вкатывается, но One застревает, как же неудачно, получается, Ами пытается убежать, Thunderstrike, Брюмастер по-прежнему преследование, прилетел булыжник, Нагу можно убить, совсем немного остается, Нага на лоу хп, а, Нага без байбека, это очень важный момент для Virtus.pro сейчас, да, вот, Нага. Наги не будет. Полтора минуты. Драка там еще не закончена. На центре Дум пытается убежать от Пангольера. Есть связка. Начинает тушить Роджер. Без байбека Дум. FY прячется. FY с телепорта должен уходить. И команда ВП сразу же может спушить. Немножко не идти. FY не хочет уходить. Он хочет скипнуть. И тут шаман. И FY, да, остались очень, крипы. Очень, там очень снизу. Там снизу атака на Дизраптор. Дизраптор также должен погибать. Virtus.pro. Что творят? Virtus.pro? Уму непостижимо.
Даже за счет двух думов не смогли. И Рамзес уже здесь. Падает первая линия 100%. Если они узнают, то, что у Наги нет байбека, они теоретически могут даже трон попытаться сломать. Что там по вардам у шамана? Варды шамана в КД, наверное. Еще долго. Тогда да, тогда лучше просто сломать на 2 и вторую линию. Они могут сделать мега-крипов. Времени настолько много. Мега-крипов, мне кажется, вряд ли. Ну, посмотрим. Клиф выигрывает еще 6. Ну, давайте смотреть. Метаморфоза от Рамзеса. Эгис 2 минуты еще в инвентаре. Блокинбар имеется. Там врыв какой-то от Роджера, да? Как прямая Роджер врывается. Начинает душить Роджер. Это ведь Пугна. Очень много урона по Пугне. Пугна погибает. Пугна. Есть байбек. Должна выкупаться здесь. Сизраптор уже выкупился. Должен. И падает вторая линия. Падает вторая линия. 20 секунд без Дума. 20 секунд без Наги. Сразу же переходит на третью линию. Теперь уже точно ВП понимает, что байбеков там у Наги, у Дума нет. Выкупается Пугна. Есть догон. Хватит ли урона? Да, хватает. Убивает шамана. Шаман есть байбек. Шаман пока не выкупается. Зацепили пака. Пак прячется в спрутах. Пак должен отсюда уходить. Здесь Virtus.pro уже могут постараться просто отступить. Они уже сделали очень много. Они заставили Пугну выкупиться. Сломали две стороны. И даже если он погибнет... Должен катиться. Но тут, кстати, шторм, догон, декрип. Тут никак. Минус две линии. Все равно попадают LGD в крайне неприятную ситуацию. Чрезвычайно неприятную. Они... имеют очень мало шансов законтестить третьего Рошана за счет того, что два лайна спушены. Да, Рошана еще очень долго. А это понятно, но за это время бараки не починишь. Дизраптор должен поиграть в соло. Посмотри на количество вообще золота, полученное за счет баунти рун. Да. А мы помним, 11, постоянно было. Постоянно было 3-1, 3-1, 3-1. По поводу дизраптора, нужен аганим. Вот момент, я понимаю, что нюнтворс вообще нулевой, но где-то нужно этот аганим достать. Возможно, это тот самый шанс, который LGD нужен. Да, вот только Рамзес приобрел бабочку, сразу начинается вот какое-то ощущение, что Террор Блейд может наносить урон. Все. Берет книгу, хочет 25-й себе. Ну, посмотрите, как графики резко. У нас вся игра примерно на равных шла, и тут бац, и переворот. Solar Crest для начала. Solar Crest. Ну, тут, конечно, игра саппортов. Просто бафаешь Террор Блейд, и Террор Блейд уничтожает. И вообще, как можно вот после такой игры говорить, что на саппортах нельзя выигрывать игры. Эту игру выигрывают саппорты ВП в данный момент. Мы там нетворство можем сравнить, мы можем сравнить импакт от того же Роджера вместе с соло. Конечно, LGD саппорты так не могут. Играть Дизраптор слишком бедно. 2800 нетворс, какой аганим вообще, о чем я? Ну, Гост, я думаю, это не тот артефакт, который поможет здесь прям Дизраптору стать полезным. Пропадает Аегис. Пропадает Аегис, ну, и вот 45-я минута, баунти руны, надо LGD хотя бы какие-то попытаться забрать. Выдвигаются в бот игроки Virtus.pro, чтобы там в пятером просто оказаться в какой-то момент и уж со стопроцентной вероятностью баунти руна там позабирать. Нафидел Террор Блейд иллюзиями на 1754 золота. Нага там примерно столько же денег отдала за счет того, что иллюзиями постоянно спамят. Там тоже они денежек стоят. Вот, и пока, ну, чуть-чуть поменьше, чуть-чуть буквально поменьше. И вот они баунти руны. Очень запакованный, конечно, Nature's Prophet. 12 тысяч на торсу. Не уступает Shadow Shaman. Он не уступает, ну, чуть-чуть буквально уступает паку четвертой позиции. Очень все хорошо у соло. Ну, это Nature's Prophet, которым соло прекрасно умеет играть. Закален в тысячах игр. Этот Nature's Prophet знает, как ему действовать. Зажимается LGD на базе, заметьте. Может, какой-то, конечно, смоук они готовят. Ультимейты все у них есть. Не так хорошо все у них на базе будут, драки 5 на 5, а вот выйти на какого-то ремастера убить было бы классно. Кстати, не рассказали мы о том, что Паша взял 25 уровень в предыдущем замесе и вкачал талант на Primal Split Cooldown. Да, там его немножечко понерфили, раньше это была прям вообще имба, он, по-моему, там больше давал кулдауна, срезал. Ой-ой-ой. Ну и талант на, конечно же, радиус атаки для метаморфоза. И... это все-таки, знаешь, такой более, мне кажется, выгодный талант с точки зрения надежности, потому что ты взял талант на КД Сандера. Мало ли что может произойти. Тебя, думаю, может враг активирует БКБшки. Может быть, элементарно ты не попадешь в настоящую нагу. Может быть, ты просто не успеешь. Может, у тебя кончится мана. Ну, то есть произойти может совершенно всякое. А метаморфозу нажимаешь. Рамзес. Правую кнопку на врага. Все. Это байт. Это какой-то гениальный байт, Рамзес. Да, похоже на байт, но тут Дум прошел. Рамзес, напомню, нет Аегиса. Рамзес начинает просто дистраться. Рамзес, разворотите, нормально против Наги так бьет. Как же много урона, Наги сирена, нужно уходить. Все, Дум заканчивается прямо сейчас. Там Сэнжи Яша плюс Сатаник. Думы не ощутили, покатились игроки команды Virtus.pro. Там есть Дримкоил, Пака зацепили, хватили контроля, Фуай поднимают его в Юл. Что делать дальше? Статик Шторм, хорошая, текст новая. Еще один Дум по Рамзесу. Рамзес пытается уйти. Рамзеса мало урона, стан от Кентавра параллельно, но One можно убивать.
Дизраптора совсем немного остается. До конца. Рамзес выживает. Сандр. Сандр пошел. Метаморфоза. И драться на развороте. Рамзес против Чалиса. Есть дикрип. Рамзес пытается прятаться, закрывает спруты бедного Дума. Дума должны убивать. Но Уан еле-еле пытается уйти. Погибает все-таки от Дагона. Выкупается Шаман. Выкупается Пангольер. ФОИ против Рамзеса ставится на Зервард. Ну что, ВП отходят или продолжают будраться? Непонятно, что в такой ситуации делать. Но Уан, свежбакл неточный. Скорее тут команда LGD пытается уходить. Массово. Соло. Спруты ставить никого не находят. Дизраптор нет, 60 секунд. И что самое главное, у команды LGD нет ресурсов, нет думов. Двух там шард был использован. Арба, прошу прощения. Падает и 3. Последняя сторона у команды LGD PSG. Две казармы остается. Паша просто прямо спит, выходит Дум, пытается хоть как-то помочь. Издает стан, попадает по Рамзесу. На Рамзесе вот 40. Рамзес на развороте начинает бить. Есть там Гост, Чалис недолго живет, погибает без байбека, погибает Пугана, 125 секунд, не будет двух кор игроков команды LGD. Ну он под Римкоилом, связка, зацепили Пака, Пака также убивает, байбека нет, мега-крипы для команды Virtus.pro. ГГ, это снова первая карта проигранная, снова волевая победа от команды Virtus.pro. Именно так они играют каждую игру, как будто это какой-то финал International. Почему так? Непонятно, но ВП проходят дальше. Встретятся они с победителем пара Secret и King Gaming. Да, очень хорошо то, что у наших ребят будет возможность немножечко перевести дыхание после трех таких невероятно тяжелых и, я бы даже сказал, невыносимых карт против топовой команды из Китая. LGD, конечно, играли с заменой, но все равно это соперник очень достойный. Да, Secret. 3 часа у них примерно есть. И, конечно, следующий матч будет очень тяжелый, но... Против LGD тоже говорили, что матч будет тяжелый. Да, это говорили, так что матч и... против Evil Genius был будет тяжелый. И против EG матч тоже был тяжелый. Ты не можешь сказать, что Virtus.pro легко победили EG. Да, на третьей карте они элементарно передрафтили. Элементарно набрали лучше персонажей. И выиграли, мне кажется, по большей части за счет этого. Но первая и вторая карта против EG были... очень сложными, очень сложными. Фу, ну Virtus.pro в игре, казалось в один момент, что они очень рано покинут турнир, но они все еще с нами. Будем за ними смотреть через 3 часа против команды Secret либо King Gaming. Ну а пока этот матч и эту карту обсудит наша студия, господа. А карта действительно удивительная и очень эмоциональная. Медведи нас порадовали, они по-прежнему остаются на турнире. Таким образом, выйдя в следующий этап, они гарантируют себе 4-е место. Их сегодня ждет еще одна игра, и как справедливо отметили комментаторы, сейчас медведям надо это время провести с пользой. Как они его проведут, это дело исключительно их. Ну, давайте подведем итоги третьей карты. Карты, которая получилась чуть более цельной, как мне показалось, чем первые две, потому что и там у нас с вами были какие-то моменты, которые мы у одной и у второй команды отмечали проседающие, но здесь вся игра и с одной, и со второй стороны, как мне показалось, была достаточно равной. ВП просто на классе переиграли. Такое впечатление. На классе, на драфте, на Рошане. Вот последнее, наверное, самое важное, что было в игре. Вот тот заход, где ворвались, убили Нуна. Не было у него там возможности быстро вернуться в драку. И они как-то чуть задумались, потерялись, потеряли время, потом пошли на фиделе и отдали слишком много преимуществ с этим самым Аегисом. Нага Сирена в конечном итоге не смогла стать противоборствующим звеном против Террорблейда, но не хотелось бы сейчас о ней. И в первую очередь хочу про Shadow Shaman сказать, что Роджер действительно провел чуть ли не лучшую карту за время игры Virtus.pro в нижней сетке. Тот импакт, который поступал от него в этой игре, и что удивительно, этот импакт вообще не с ультимейта, и был он, его переоценивать трудно. Ну вот... Леха сыграл на троечку, Нунчик не без ошибок. Соло так вообще на стадии ланинг умер раза 3, потом постоянно пытался сплитить, его ловили, убивали, так по накатанной. Ну, опасно было, очень близко, скажем так. Несмотря на аутдрафт, несмотря на то, что все было в руках Virtus.pro, но они практически закинули эту катку. Ну, закинули, мне кажется, это громко, просто они очень плотно шли со своими соперниками в течение большей части игры. Тот Рошан, кто его забирал второй, тот и выиграл игру. Вот, это ошибка. Они вовремя собрались, скажем так. Что, ну, разрелили, было время среагировать. Не отошел, ничего не сделал. Еще потом ворвался, Роджер закрыл Рамзеса в своих же змеях. Он тоже там довольно много времени потерял. Что... Нет, возможно, быстро выбраться. Вот его там потом Нага что-ли откопает или типа того. Или он Нагу убьет, который вот... занимала слот, в который можно было пройти. Множество эпичных и эмоциональных замесов было в этой игре. Сейчас один из них в некоторой степени. Нага, не знаю, импакт Наги в драках, вот мне ее не хватало. Мне не хватало от нее какого-то, ну,
урона, ладно, допустим, мне не хватало влияния на происходящее. Мне очень тяжело было что-то делать из-за ТБ. То есть он взял 20-й, там, когда даже не взял, вот когда вот он идет, просто кидает первый спелл, у тебя каждая иллюзия имеет вот шанс прока рептайда, и он просто разносил себе лицо сам. Очень плотно. Дим, доволен? Справедливость восторжествовала? Да. Все по делу. Наши победили, наши мальчики. Димон. ВП хорошо играли. Ну, на самом деле, то есть, конечно же, были много моментов, где ребята закидывали, но в целом они смотрятся намного лучше, чем LGD в этой серии. Вот прям намного-намного. То есть ВП, естественно, у нас славится тем, что они там просыпаются по ходу серии, развиваются, и на это очень приятно смотреть. А вот LGD, они как раз, ну, как-то вот стоят, ну, вот на одной и той же... идут на... находятся на одной и той же линии и как-то по ходу игры не совершенствуются. Например, вот в этой игре я вот думал, что может помочь LGD выиграть и что бы на их месте сделали ВП. Сразу же отвечу, что на их месте ВП с большой бы вероятностью дали бы Дизраптору собрать Аганим. Вот мы помним ту игру против ЕГЭ, где был Леха, который шел, ему оставляли линию сверху, он полностью фармил, потом ему оставляли линию снизу, он ее полностью фармил. Он все усилия приложил для того, чтобы нафармить Аганим, потому что в той игре Аганимный ультимейт Дизраптора выигрывал игру. И это понимали Вертуса, это понимал Леха. Леха потом вообще еще и все айтемы продал, лишь бы купить Аганим. Здесь я вижу Дизраптора и вижу команду LGD, которая вообще поровну. Есть у него Аганим, нет у него Аганима. Он дальше продолжает покупать все варды, у него дальше забирает весь фарм. Он бедный, бегает. Он может выигрывать игру тем, что Нага дает сон, а он ставит статик шторм. И как бы все было бы здорово, но LGD этого не делали. А будь на их месте ВП, я уверен бы, что Леха бы также шел фармить Аганим, его также бы вся команда оставляла фарм, поэтому я считаю, что ВП вот в этом моменте в разы сильнее LGD, они их превосходят, они над ними доминируют, и, соответственно, ну, они должны идти дальше, потому что они просто сильнее. LGD. Да, и ладно, в целом Аганим на Дизрапторе, у него в целом артефактов не было, потому что по игре мы смотрели, нам показывали Нетворс этого персонажа, он на 46-й минуте бегал, вот смотрите просто, Нетворс сейчас в левой верхней части ваших экранов, ну, это друзья. Да, есть такая просадка, связанная в основном еще с тем, что балансер он не удавалось законтролить, да. И по 3, по 4 забирали ВП каждый раз, и разница была вот в конце игры там по 9-10 тысяч между вот, командами только из-за этого. Да, все верно, и по сути вот сейчас, на данном этапе игры, эта разница в деньгах с Баунти Рун, она вот как раз эту разницу по нетворсам и составляет. Потому тогда что вот у тебя Нага держалась плотно. У Шадо Шамана как раз все вот эти слоты, там БКБшки, Дагера, вот и все прочее. В основном ты появлялась не потому, что в драке кого-то убивал, забирал, но наоборот, скорее умирал чаще, чем что-то делал именно денежно зарабатывающие, но вот из-за того, что Баунти Рун, из-за того, что потом они реализовывали, ломали что-то где-то, эти деньги набрались. И вот да, как результат. Я бы еще добавил, что вот, допустим, если посмотреть, мы видим Пака, который имеет 12 тысяч нетворса, но по сути Паку в этой игре все, что нужно было делать, это просто давать ультимейт Пангольера. А если бы, ну там хотя бы 3-4 тысячи денег от Пака ушли бы в пользу Дизраптора, то все было бы разы лучше для LGD. Да, друзья, команда Virtus.pro сегодня нас еще порадует своей игрой, но это впереди. У нас с вами на носу противостояние между Secret и KingGaming, но перед тем, как перейти к его обсуждению, я в очередной раз рад передать наше слово в Стокгольм, где Дима Crystal May выходит с нами на связь в который раз из Annexed Arena. Дима работает, не покладая рук, за это ему огромное спасибо. В общем, передаем ему.